Привет, привет. Привет. Я просунула. Затычи мне. Нет, а может... Я Надежда, как вас по отчеству? Привет. Алла Ковальчук. Саша. По телевизору бачу. Ой, ты ёлки-мата. Это какой-то... Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Здравствуйте. А сам ты в чине? Да, буду. Привет, Алла, привет. Привет. Сто лет не видел. Мы кремичужа не видел. Привет, Сайдовничка. Алина, Алинка. Це мій чоловік. Алін! Коля! Надо стульчики ще поставити, мабуть. Ага. Надо как-то стулья помістити. Так, давайте подвинемся. От тут. Мене Алла. Давайте, сідай коло мене, а ви сідайте. Так. Отак ми сядемо. А тут треба два стуля поставити. Так, да, зробити, так? Давай, ми ось це... Треба як-то так... Це все компактно. Да. Подвигай сюди. Помістяться, так? Тут двоє місця. Як молодожони. Та ну прям, ну що? Чому це? Тарелочку вам теж поставити треба. Да, це... А, да, тут ще одна. Да, виходить, це моя тарелка. Ну, да. Тут не виходить, він поцелуєш. Твої? Отак, прям, та ставиш, Коль. Став, не те саме. Отак став, брус. Отак. А это что такое? Это курица чи що? Курица фарширована чем-то. Да, чем-то? Фарширована чем-то. Курица. Нафарширована на теле что? Одна из... Ой, с чем? Шпинат. С сыром. Салаты, боже мой. Я хочу помидорчик. Мама, давай, ты сама старша. Так, Надюшка, поздравляю тебя с днем рождения. Считай второй раз. Второй раз. Здоровья. Спасибо. Крепчайшего здоровья. Долголетия. Достатка в доме. Счастья, мира и всего-всего, что ты сама себе хочешь. А это что-нибудь себе. Спасибо. Спасибо. Да наливай. Так, за це надо. Так, куди до дна, щоб потім повзати. Давай. Солідарність, Тетяна Васильівна, солідарність. Давай, я тут немного люблю. Давайте, мальчики, дівчатки, всі діло, дружненько. Давайте. За новорожденного. За новорожденного. Если кому-то надо хлеб, то берите. Это вам не мешает здесь. А то все сестры. А потом я буду разливать. Ну, что это одна до того всего. Можно надо. Я прочитаю, я написала. Хорошо? Ну ладно, хорошо. Поздравляем тебя с днем рождения. Сегодня в этот день чудесный. Желаем здоровья, красоты и счастья. Лишь только радость жизни знать. Пусть исполняется желание и воплощаются мечты. Улыбок, солнца и тепла, чтоб жизнь всегда была прекрасна. Удача за руку вела. Пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой. Друзья, родные будут рядом, беда отходит стороной. Здоровья крепкого желаем, и пусть всегда благословляет тебя, хранит твой ангелок. С рождением нашей семьи. Спасибо, мне хорошее. Ура! Наливай! Наливайте! Давай, Надя, за тебе. А можна мені? А тобі наш. А тобі наш. Ти дома. О, вже.
Да, уже давно. У нас полно. Кажуть, що не в Красну книгу занесены. Да ну их нахер. А ну давайте. Змеи? Да ты что? Нахер оно надо. Нахер. Нахер те ландыши. Если там змеи. Растуть у бабушек на остановках. Ти за рулем тебе пить нельзя. Это курьер, да? Це ти знаєш? Да, це водитель. А, это атлети України, видав. Он такой букет красивый. Нет, атлети. Да. Сейчас позвоню. А то что свинина в сливе. Берите свинину. Свинина сливу. Да. Вот еще одна. Так там две тарелки. Это нет, за то, что там мало. Надо быстрее брать. Мне вот сейчас. Мне вот это вот. А, это слива. Только на меня не ляпайте. Спасибо. Давайте разбирать. Дай же ж тобі візьму. Я думаю, ти ставить хочеш. Не свій кусочок візьму. Тарілку держав. Оля розказує, яким гадав в Італії на карті. Алла рот розкрила сидить. Алла рот розкрила сидить. Я кажу, Алла розкрила рот сидить. А що, буде який-то другий стол? Звісно, в смислі? Як це другий стол? Ну, зараз буде щось там гаряче. Та ти що, куди? Так. І ще потім... А чого ви на вулицю не вийшли? Там балакаємо, сидимо. Ми теж тут балакаємо. А що ви тут самі собі? Ну, так от заходьте сюди. Тут та свинина дуже вкусна. Дуже вкусна. Ще там Саша по собі там цей повар каже, не заказуйте. Шашлик, вот это мясо намного обалденное. Вот это... А ты ж не їв? Как не їв? А не їв, що це таке? Щось взяв? Надя. Там, считай, три сорта. Куриные. Вот я не ел вот эту курицу и не хочу читать. Но говорят, вкусная курица. А вот это все... Ну вот эту у тебя курицу ел. Фаршированную. Я не ел, нет. А свинина обалденная, отбивные вкусные. Сливок третий. Три. Их три. Один каже, не він взяв цю свинину, каже. О, так красиво, боже. Все, то було як в этом самом склепі. З обширного ракурсу. Ой, а можете музику більше скрутити? Красиво. А поналива, ну ви всі кума не налити. А ну кумові налити, хто там? А налийте... А, вали, є у мужа. Є, мусить у нас на штрафу. Усвіти, усвіти. Виходить, що муки на мене сідають. Масів, дінькам. Ні, я сказав, дінькам. Так, можна я буду сидіти, пожалуйста, можна я на сидіти? Ні, Надя, ми повинні увидіти, ваше красиве плаття треба увидіти, тільки стоя. Буде Надя в яблуках. Бачиш, кубан, запечі. А знімеш плати, можна посидіти. Слушай, тут два мастер-шефи, зараз Надя запече. Надя в яблуках. Так, я хочу поблагодарити усіх. В першу чергу хочу сказати своїм недогарським друзям. Велике вам спасіба, що ви прийшли, що ви поділили оце свято зі мною. Дуже вам велике спасіба, дуже величезне. І величезне спасіба моїм блогерам. Самелка, Коля, Света, Тетяна Васильівна, спасибо вам величезне, величезне. Ви мої самі-самі хороші друзі, Алла, Саша, і вам велике спасибо, спасибо, що ми погордилися, приїхали. Приглашай, Надя. Спасибо вам величезне за все. Самел, тобі велике спасибо. Я тобі вдячна за все, і ти прекрасно знаєш за що. Якби не ти, то я б не знаю, що було. Знаєш, знаєш що. Якби не ти, я б не знаю, де я була б зараз. Гарка не була. Оля, тільки тобі спасибо за твою доброту, за твоє все. От кажуть, ой, вона таска сумки там, я не таскаю. І я ніде там ногами не хожу, мене там возять. Королєв. Як королєву, так. Коля повіз там на таксині, там же Васильівна.
Да. И, Василь, я вам спасибо, что вы приютили меня в себе. Я у вас как дома. Я захожу, я, ну так, как у себя дома. В общем, велике-велике вам всем спасибо. Величезно. Я вас дуже всіх люблю. І я хочу, щоб оці мої друзі оставалися, щоб довго-довго, Самвелка, Коля, Алла, Света, щоб ви довго-довго в мене були. Спасибо вам, Миша. У мене якийсь стимул в житті. Ні. Ні. Я думала, так фільм. Вона мене мухи. Мої родичі, Ксюша, Олешка, вам спасибо велике, що ви в мене є, що ви не забуваєте. Вже на стол. Спасибо всім. Давайте, я п'ю. И всех за спасибо. Спасибо. Мы солидарны с тобой, Надюшенька. Давай. Можно, что не так сказала, извиняйте. Нет, тебе здоровья на многие года. Дубль. Дубль два. Давай. Чуешь, уже будем потеряться на алкавине сюда. На стол. Так, на столе будет. Нет, Кува, ты будешь сказать, что 4 раза, но мы будем каждый раз пить натурально. Очень много еды, и несут, и несут, еще скумбрия. Не, мы еще скумбрию. Какая разница между человеком? Салаты, мясо, все. Завалено, Надя. Завалено. А человек может? Человек, да. Человек хороший, оно просто, знаешь. А животное? Оно просто преданное все. Да, оно преданное. Это животное тоже корыстное, оно просто пожрать. Особенно мой Томас. Сегодня благодарность стояла из театра на камине. Ночью квакнула, разбилась. Да, перекину, бажать хочете. Нет, вы неправильно говорите, потому что у него нету ценности у кота. Коту без разницы, картина, хоть это будет кусок золота, ему без разницы. Он разобьет. Антиквариатный, антиквариат. Человек картину не разобьет. Коля, ты видел у тетку в голубом платье? Тетку в голубом платье. У меня в квартире. Ё-моё, когда ты уже куда-сюда. А что, тебе не нравится она? Мы из Италии протарабанили, она такая старая. Она может и стара, но она вообще замерла, честно. Ты кому хотели ей подарить, помогать? Я себя вынести хочу с хаты просто. Ну, короче, вона не йде. Вообще, вона якась учительниця і вообще в неї грудь дуже плохая. Надо її куди-то діти. Грудь плохая? Чи? Вона така, ну, вообще вона мене... То не шо вона грудь? Я там глядаю. Надо щось сказати. Надо щось сказати, що грудь плохая. У нього навіть енергетика. В такому синім платі. Ну, да. От це ж синя та картина. От там красиво. А от ця, правда, Света, вона якась така. Ну, вона подравилась. А комусь він хотів подарити? А Іра, правильно? Іра, привіт, і вона молодець. Вона сказала, що Самвельчик. Женщина хороша, але лучше мене нарисувати. Все правильно. Іра вибрала картину другу. Ну так, правильно. Ну та якась вона, ну знаєш. А що вже саме, тобі не подобається жінка? Ні, ну що не подобається, просто... Їм за платя переодіть. Ну, как-то не знаю, что-то... Мне же, знаешь, я такие впечатлительные, начинают писать, что убери, то там через те глаза за тобой следят, черти что. Ну, я не верю в это все. Я в это не верю. Ну, картина нарисует, что за глупости, что через глаза картины. Ну, тогда через фотографии людей на стенах тоже следят. А на Софе покойники фотографировали, что только не оказали. Ти мене ще садив туди посередки, де крутиться, що там Коля не сідає на Софу, правильно. А він сидів на інтерв'ю, сидів на Софі. Коля, ти сам сидів посередині тебе сажав. Він зробив виключення, так? А ти інтерв'ю дивилася? Так. Іра, не подобається. Не вище, ніж Смаксак. Я дуже не перебиваю. Більше, ніж чесно, Коля, він сидів. Я тобі розказала, що ти за тітку привіз? Імені нема нічого, не буду я чіпляти на сину ту тітку. Я молодець, Іра, я віддаю. Мама каже, оце постав на помойку, не кожна візьме. А, я б ще не знала. А ти що їй сказав? Так, ти ж це рисували? Значит, кто-то это был, если его, извини меня, с России приперли в Италию. Не, ну подожди, Сеточка, может такой, знаешь, как Андрей твой, любил очень жену свою и сделал ее фото. Он, то есть, как у тебя портрет как есть? Портрет, да, он был художник. Что аж приперла с Италии в Украину. Понимаешь, это сам. Груся рисовала. Кто из такая, что есть тоже? Подарил мне сын. О. Он меня заказал, он потратил свои деньги. Ему захотелось эту картину сделать. Не, я понял, но так же может и це. Я согласна, но это ж купила антиквариат, она бы не взяла какую-то картину. Тем более, что это тоже понимает антиквариат. Да если бы оно было сильно, я думаю, ценно, она бы и не продавала. Она все продала. Не, ну я понял, что она просто раз... Такие вкусные у вас... Эти самые блюда чи блюда. Я постеснялся сказать, какие вкусные у вас блюда чи блюда.
Пересаживайте мою дорогу. Я вас купила такие кущи. Ой, красиво. Оце надо когось вивернути. Я хочу попробовать. Хороший поворот тут ребята готовят. А ну, беконом. Оля, як риба? Вкусно, да? Вкусна скумбрія. Оля, де батюшка? Зови, будемо співати. Батюшка в ось є. А хто ж нам церкву відбувається? А в церкву йдемо, відьосі? Може, не треба? А ти казала. А відкриють? А, біля церкви. Це якби в церкву пустили. Нас дуже там працювати. Так, Саня, коли буде інтерв'ю? А між прочим, тут салатів не було. За мною. Я не хочу плекатися. І казали, там, коли буде інтерв'ю з Надією і з Томасом? Мама, коли на інтерв'ю Надю запишемо? Так, Надя, сідай там возле колонки, то що? Сідаю там в цвітах, зараз будемо писати. А это що? Жалко, що нема баяна. О, Боже. Да, блинчики з м'ясом. Боже мой. А потом сладкий. А потом сладкий стол. А потом дали, покажу за стол, ви покажу. Кисіль. Боже, столько їсть нельзя. Начинки. Не, блинчики красивые. Я блинчики хочу, люблю. Вкусно. Я хочу блинчик попробовать. Мы с Колей сегодня дегустаторы. Да? Ага, сидят такие деловые. Ну да, да. Да. А что, у нас... Мне все нравится. Да, я нас хочу со сметанкой. Ой, кроме этого салата я не пробовал. Какого? Вот это. Черевица. Черевица. Мені нельзя, бо я сам ситник. Він ситник, а если з'їсть ситний салат, буде ненаситник. Іноді все кажуть ненаситник, і мені це вважаю, не знаю. Ух, какая красота. Може, треба убирати тоді? Чуюсь. Може, убирати треба тоді вот это. Ще буде одна. Ще буде одна. Славу покажи мені. Це цвіти чи ні? Так. Це ж Томасик, так? А, так вони ж будуть тебе не узнати. Не вкусне. Красиво. Вкусная клубника. Никому ничего не дает. Вот это самое главное. Будем пробовать, да. Мне кажется, вкусная клубника с вот такими вот хвостиками удлиненными, видишь? Ой, блин. Ты взяла не удлиненную. Не один сорт? Один? Да. Вкусная, да? Я же говорю вкусная? Да. Это прям из недогарок, да? Да. А? Ну так, тут даже... Это же теплый тебя, Жаль. Нет, что-то есть, по-любому. Называется Королевская ферма. Да? Сейчас жестко, сейчас жестко. Причем мама моя поела вкус, еще там знакомый с работой, нема его. Того нема. В натуре что-то есть, то, что было... Но в Турцию мы ездили. Недобро, это все недобро. В смысле? Хорошая. Я говорю, в Турцию мы ездили, виза ж не надо. Это турция. Это понятно, понятно. То есть туристические страны, это Германия не входит сюда? Нет, Германия не входит. Германия... Нет, если ты по путевке едешь, тебе делают. Мы были, короче, если там. Если сам, то раньше ездили. Но это отменили в связи с коронавирусом. Вот, а как это закончится, все откроется. Ну, Европа ж... То же самое, смотри, ты поедешь, допустим, в Италию. Ты через Италию, ты же на машине можешь ехать во Францию. Ты можешь ехать и в Германию на машине. И там уже нет постов, там же не проверяют.
Ну, может быть, сейчас стоят там? Раньше мы такие ездили, когда привезли паспорт. Заезжаешь хоть куда и едешь по всей Европе, правильно? 90 дней было, да, по-моему? Ну да, да. А сейчас я не знаю. Вот если, допустим, Греция открыта, ну вот я еду в Грецию, оттуда на машине поехал куда угодно. Ну, я не знаю, какие коридоры ты будешь проезжать. Наверное, паспорт тут этот надо вакцины. Ну, мои друзья там... Черт, я не знаю. Надо это узнавать. Да, да, да. Но я думаю, что... Билет на Интерсити в Киеве. Есть раз билет. Которая лучше. А так нет. До Львова, до свидания. Нет. Дикие повышения там еще. О, боже, какой дурдом. Манники. Это Надя соли. Это вы вместе готовили соли, да? Я бачила, она готовила. Что, я пришла за работой? Я забыла. Какие красивые. Я сниму манечки. Нам горячий шкурт не мочит. Я уже не расширяю. Вот это блюдо она принесла. Сейчас сметанку любят. Внешне они очень красивые. Мама, это до сметаны. Это манечки, которые... Свет, подай сметану. Рецепт да. Вот это не было. Сметана. Не было сделать. Это у вас растет? Клубника очень вкусная. Местная клубника. С изюмом должен быть. Снимайте. Не догарки. Нет, вот такие интересы. Представляете, недогарки. А я недогарки так что? Раньше было там. Ні, я не имею в виду недогарки. Все, я имею в виду, что здесь... Недогарки засветился на весь YouTube. Сейчас 3 гектара посадили клубники, 3 гектара... Недогарки теперь бренд. Так, так, так. Я тебе кажу, надо недогарки, причина язиться. Да. Алло. 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 А ну давайте до ванны. Давайте до ванны. А ну давайте. Надо буде подивитися. Дівчоночки, мальчики, давайте. Куме, кум, тебе налито чи ні? Не налито. У кума п'яти налито. Пані Наталя, я вас вітає пані Леся з днем народження. Леся українка, да. І вона вам передала таких два замечательних красивих тортика. А можна їх глянути так от, щоб... Ой, це Рафаело. Ага, это? А це фруктовий. Це тортики, так? Да? Да, спасибо, Леся. Вася Україна. Їм треба віддати і попробувати. Собака, це тобі мало дали. Та ну при чому тут я, Надя? Та господи. Тортики, конечно, не хочу попробовать. Скажу, что вкусно, уже это торт. Сиди тут и ешь. Мама это видела, что мама делала Надя. Обязательно сейчас. Мама, знаешь, как надо кушать? Да, мама. Одному, все, мара, давай. Такие красивые. О, смотри. Меня забудешь на рассвете. Коля, с выходом. Мы с тобой ведем себя как дети. А твоя слеза беспризорная. Киркоров на подпевках. А все равно голос, да, прорезался на... Да, да, да. А твоя слеза марафонная не дает покоя мне она. Пошли по танцу, что за это хочешь сделать? Рамали, рамали, песни мои, все тонали, а любви на зари. И маленький, маленький сон кружит ураган. Молодец. Беспризорная и не дает покоя мне никак.
Молодец, Коля. Молодец, Коля. Какую? Просто подари. А я и не знал.